Добрый день, пришли вот на рынок Алании. Конечно, напрягает маска. Думаю, блин, снять ее. Вот сейчас посмотрим цену. Картошка. О, руб 50. 15 рублей практически на наш. Чуть подешевле. Зелень, руб 50 лира, значит 15 рублей. Такая прям хорошая зелень. Яблоки, я сразу на русском буду говорить, 40 рублей, 35 рублей. Шикарные яблоки. Но здесь вот по 50 рублей. Мандарины 40 рублей. Ой, а вот это, что это такое? Это дыньки такие. Ой, прикольно, дыньки 50 рублей, но правда килограмм. Дынька, а чуть тебе дешевле, 35 рублей килограмм. 50 рублей килограмм, 60 рублей, нифига. Вот эти дыньки какие-то необычные. 50 рублей, 35 рублей килограмм. Это вообще по одной. По 10 рублей. А, они чуть-чуть бочок, ну, да, примятый. Будешь себе вот брать это, такой? Вот ты же. Тоже примятый. А, 25 рублей. Да. Нам дешево. Мани-мани. Вот, по 25 рублей килограмм. Не знаю, потом... Ну, одну. У тебя деньги, Олег. А что это стоит? 25. А, одна, что ли? Это я могу взять вот такую здоровую, будет 3,50 и маленькая. Наверное. Торговаться надо. Нормально. За два. Говори за два. Я посмотрю, как ты торгуешься. Что-то вообще он ничего не дал. Что дал? Что он тебе дал? Деньги. А сколько? Вот груши. В принципе, так, хорошие. По 50 рублей. В принципе, я-то не хочу. Яблоки по 20 рублей. Давай груши возьмем на вечер. Я не буду, себе бери. 5 лир, да? Вот такие сырые оливки продаются. По 90 рублей, по 100 рублей. Разные. Так, мы сейчас пойдем покупать гранаты. Я хочу гранаты, да. Зеленые хочу попробовать. Вон яблоки вообще по 20 рублей. Ну, помидоры 35 рублей. Три килограмма 100 рублей мандарины. 3 килограмма 100 рублей. Вот клубника. О, клубника 150 рублей килограмм. 150 рублей. Да. Давай клубнику возьмем. Вот интересно, вот этот инжир, он вкусный, нет? Ой, какой он мягкий. Давай клубничку возьмем, ты любишь? Вот сейчас купили клубники на 100 рублей. Клубника 150 рублей на наши деньги, 15 лет. Ну да, но мы на 100 рублей взяли. Шикарная. Кукуруза бундюель, 2 рубля невареная. Ой, 2 рубля, 20 рублей. Вот, гранаты. Гранаты по 4 лира, по 5, 50 рублей. А вот те сколько стоят, спроси. 30? А это 33 лиры, да? О. Сейчас возьмем по 30 рублей килограмм. Большой. Большой, вот такой. Ага. Вкусный, сладкий? Ты побольше бери, домой возьмем. Еще, еще. Это. Не, вот это, вот, вот. Да. И вот рядом. Ты себе и Лене. И вот это, давай. И вот этот, и вот этот, и вот этот. И тот, и тот, и такой еще. Нет, и этот, и этот. И этот, и этот. Два еще. Что? Вот этот и вот этот. Я.
тепло. Плати. 10. Ага. 3 килограмма. Десять, он тебе сказал. Давай еще один. Вкусный. Ну, как всегда. Турки из beautiful country. Супер, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот, выторговал еще один банан. Ой, банан. Один этот, как... гранат. У нас в России такие я не видела. Если продают какие-то светлые, они чуть-чуть другие. Цена у нас от 150, наверное, да? Это, получается, мы вообще взяли почем? По 50 рублей? По 30. А, нет, по 30 рублей. 30 да, 30 рублей. Граната. Ребят, это обалдеть. Гемоглобина будет у меня в крови. В общем, больше, чем пиво, больше, чем алкоголь. В Турции жить – это фрукты вообще дешево. Картошка, вот эти овощи – дешево. Единственное, дорого тут алкоголь. Остальное вообще копейки. Алкоголь, банка пива самая дешевая, где мы видели Эфес нормальный. 120 рублей бутылка. Нет, мы берем 4 банки сразу, 410 рублей, 41 лир мы берем в магазине. Вот, рис есть тут. От риса мы будем набирать. Да, разные. Так, стоп. Все. Все, приходите, будем теперь. Рынок, да. Будем знать, мы теперь знаем. Я думаю, еще раз приедем, может быть, соснимем чуть побольше. По если времени. Вы еще увидите, на чем мы приехали на этот рынок. Мы взяли тандем, мы спортсмены. Мы потом снимем, покажем, как в Ладим ездим на этом тандеме. Все. Все, пока.